Телеканал КРТ представляє. І у ці хвилини під офісом президента триває мітинг супротивників режиму припинення вогню на нових умовах. Українська армія атакована стилу, її атакувала людина на прізвище Зеленський. Йдеться у запрошеннях на цей захід. І далі цитую. «Здається, тут є державна зрада. Здається, людина, що нині є президентом України, стала слугою Росії і змушує українське військо капітулювати перед російським агресором». І далі. «Зеленський, ти чорт, збирай валізи, час до Ростова». Головний ініціатор акції ПЕС, партії «Європейська солідарність». Пане Андрію, питання вам. То, что, понимаете, сегодня мы видим под офисом президента, ну, наш сивачовый гетьман полудонбасский улетел на Бодрумские фронта, ну, очевидно, а я ставил, как говорится, митинговать против зрады Зеленского. Ну, так давайте освежим память. Первые, вторые Минские соглашения. По сути, ну, по-хорошему, это было либо тяжелый мир, либо капитуляция. Ну, тут надо разбираться, можно дискутировать. Но это результат Порошенко. Понятно, что он подписывал в тяжелейших условиях. Да, можно было, ну, он это оставил, вот это, ну, то дерьмо, которое оставил Петр Алексеевич, разгребать Зеленскому, и его в этом же и обвиняют. Зрозуміло. Пане Андрію, ну, запитання до Бузарова. Власне, як міжнародний аспект мене цікавить. А може він не засмагати полетів в Дідім, маю на увазі біля Бодрума, в Туреччину? Можливо, там в нього мають бути зустрічі? Ну, сложно сказать, конечно, я инсайд таким не владею, но в контексте вот того, что мой коллега, мой тезка Андрей говорил, то я с ним во многом согласен, во всем согласен, мне кажется, само по себе, с международной точки зрения и с внутриполитической, это вот прекращение огня, это попытка, скажем так, прекращения огня, как вы правильно сказали, столько этих перемирий уже было, что не вспомнишь, хлебное, рождественское, но это позитив. И я не представляю, как можно не поддерживать подобную позицию. Но он ПЕС не поддерживает. Вот. И не только они не поддерживают. Сегодня у меня была дискуссия с представителем фракции «Голос». Я задал им вопрос в онлайн-режиме. А что вы предлагаете? Рахманина концепцию и Вакарчука, я помню, они ее презентовали. Ни Вакарчука, ни рейтинга уже нет. А проблема на Донбассе остается. Поэтому Зеленский, он использует такую тактику, это мое мнение, стороны Ицхака Рабина, который одной рукой с палестинцами воевал, укреплял обороноспособность Израиля, другой стороной санкционировал переговоры, которые шли с палестинцами до соглашения в ОСТО в 1993 году. Поэтому нам не нужно видеть в переговорах зраду, но это не означает, что мы сдаемся. Нужно проводить переговоры, искать пути снижения конфронтации, выполнения Минских соглашений. Кто как это воспринимает? Но на сегодняшний день позиция Зеленского и его шаг смелый. Как это воспринимает часть общества, это их позиция, но это не большинство точно общества.